Немножечко поговорим о постановке задач на небольшом примере. Ну, к примеру, вот человек говорит, у меня не получается освобождение от захвата. Что мне делать? Перестать освобождаться от захвата. В прямом смысле слова. Пересмотреть ту задачу, которую вы перед собой установили. Задача освободиться от захвата. И человек лезет, пытается освободиться. Так, начинает там даже выдираться из этого захвата, то есть заходит в какие-то ошибки, у него не получается, он повторяет это, я смогу, я научусь, мне это придет, и там пыхтит, усердствует и пытается освободиться от захвата, у него опять не получается, он это повторяет, и по итогам что получается? Он у себя закрепляет какие-то ошибки, то есть он каждый раз получает какой-то негативный вариант, этот негативный результат в себе закрепляет. А на самом деле надо переставить, стать цель освободиться от захвата, а поставь себе задачу сам перед собой научиться освобождаться от захвата. Две разные вещи, два разных подхода, две разные концепции. К примеру, есть задача освободиться от захвата. Мы ее разбиваем на задачу. Ну, мы ставим задачу научиться освободиться от захвата. Поэтому стратегическую задачу разбиваем на какие-то, скажем, тактические задачи. И начинаем их постепенно отрабатывать. Сделал первую задачу качественно. Пока ее не выполнил, дальше не лезешь. Получилось первую сделать качественно и хорошо. Начал выполнять вторую задачу. Иногда даже полезно, делай раз, делай два, делай три. Так вот, делай три, пока сделал, не сделал раз и два, ты в три лезть нечего. И если я полез куда-то там, сделал защиту, абы как, сделал абы какое перемещение, у меня непонятное пространственное положение тела какое-то, которое для боя, но я лезу что-то сделать с противником. Да по сути уже труп лезет, уже не вы лезете, лезет человек, который или покалечен, или которого убили. А мы все думаем, что мы сейчас там что-то сделаем, не выполнив те фундаментальные, базовые какие-то навыки и задачи, которые человек должен в себе воспитывать. Вот и все. Поменяйте у себя концепцию, поменяйте подход к тренировке. Хотите освободиться от захвата, перестаньте от него освобождаться, начните учиться. Хотите научиться, там, допустим, какой-то защиты от удара, перестаньте, защищаться от удара. Начните учиться не получать удар, начните учиться этой защите. Подходить к этому плавно, постепенно, наращивая какие-то базовые навыки. Любое упражнение, которое предлагается для решения, для наработки, для решения каких-то наших там умений, скажем там, приобретения навыков, оно может нести разные задачи и разные нагрузки. Оно может нести комплекс задач, то есть обучать нас чему-то комплексно. Мы можем, опять же, с этого комплекса вычленить какие-то отдельные звенья и начать их нарабатывать по отдельности, а потом объединить уже с пониманием, не освобождайтесь от захвата. Начните учиться освобождаться от захвата.